вами снова я, лучший ведущий континента Алик Г. Позади почти половина нашего реалити-шоу «Кто хочет, кто может, кто будет жить в пентхаусе». И наши участники Задов, Приходько, Пержо и Рылов совсем близко от получения главного приза – пентхауса за 5 миллион баксов. Итак, смотрим. Сегодня на экваторе нашего проекта участники подверглись серьезнейшему испытанию. Итак, мы начинаем. Йо. Кто там? А. Здравствуйте. Здравствуйте. Василий Петрович, ну, выручай, а. На охоту ездил тут. Зелюшку необычную поймал. А дома родственники приехали, а? Чего хотите, чтобы я вам помог ее приготовить? Не понял? Ну, чего не понял? С чесноком в духовке, с хреном, вот так по горлу, хрясь, кровище, раз. И сюда яблок, хрена, капусты набил и подал на блюде. Не надо ни с каким с хреном, не надо его кушать. И пусть она, оно у вас немножко поживет, а я потом ее, его заберу. Пускай поживет, я-то думал. У меня, когда я маленький был, в прошлом году, бельчонок жил в колесе, ага, бежал все время куда-то. А я колесико подкручивал, вот. Ох, скорость у него была, а я не унимался. Я ему прутиком по заднему лапу, вот так. Вот так вот. Он потом тормозил подбородком, до самого носа мордочку стер. Ну, в общем, договорились, да? Ну, конечно. Только это, ну, прутиком не надо, а? Хорошо. Федя, заходи, ну. Давай. По-моему, это месть мне за того бельчонка. Ну да, вот тебе бельчонок, а. Тут прутиком не справишься, тут надо дубиной орудовать. По голове. А. Ты что делаешь-то, а? Вырвал волосинку, а? Ой, урод какой, а вот урод, а. Тихо. Ну так ведь и есть, а ты уродливая развалина, а я человеческая крутотень. Понял ты меня? Ладно, вижу. Ты просто Федя. Сейчас, Федя, кушать пойдем. Ага, кушать. Брось, Федя. У меня для этих целей жена есть, Галя. Слышь, Федя, тебе лучше Гале-то на глаза не попадаться. Она либо с ума сойдет, либо тебя завалит сразу. Ой, Федя, как ты на жену мою первую похож, а? Федя, ты куда? Анжелика выскочила на палубу. Передернула затвор и метким выстрелом, бах, сразила одноногого пирата. Тем временем Диметрия успел разобраться с одноглазым и тяжело ранил Горбатого. Обессиленная Анжелика упала прямо в его объятия. «Что подарить тебе на день рождения, родной?» – прошептала она в его мужественное ухо. «Вот пока все, сейчас у меня рождается. Ну, как?» «Потрясающе! Как это у вас получается?» «Не знаю». И прямо как про меня. И у Кеши как раз сегодня день рождения. А я ему не купила подарок. О, а вы купите у меня рукопись с автографом автора. Боренька, вы, конечно, меня извините, но тратить деньги на макулатуру – это не мой стиль. Как ты мне надоел! На, давай! Тихо! Это Галя! Прячься! В шкаф! Прячься! Давай! Господи! Чего тебе? Пить! Да, водка только, больше ничего нет. Залезай. Ну что за человек Задов, а? Снежному человеку водку дал. А если бы он инопланетян встретил, он что, пиво с ними стал бы пить, что ли? Спасибо тебе, Пупус, что сразу открыл мне дверь. Стою там как дура. Полчаса. Я просто обедал, пережевал тщательно. Врачи не рекомендуют отрываться от обеда. 33 жевка. Это что такое?
Чего? Что за звуки такие? Не знаю, в животе бурлит. Все нормально. А, испытания проводят в трубах, давление меняют. Ты, главное, Галя, в комнату не заходи, а то не район час струей из трубы башку снесет, ага. Ой, чего это у нас, а? Прости, Галя. Галя, не рвись! Ну-ка, отходи, дверь, или я выломаю ее, что твоя мать? Галочка, я сейчас, я приборку тут закончу. Залезай назад. А, молчишь? Ах ты, хоть слово я от тебя услышу сегодня, а? Угу. Чё ты там хоть читаешь-то, а? Да вот же, Кинг-Конг. Представляешь, большая страшная обезьяна влюбилась в маленькую человеческую девушку. Значит, эта девка по поводу давала ему. Значит, эта девке новенького чего-то захотелось. Ты что, ее осуждаешь? Ну, а ты сама-то подумай, а? Вот ты могла бы влюбиться в обезьяну, а? Ну, в такую большую страшную вряд ли. А вот маленькую, симпатичную, возможно. Галя, ну успокойся. Это не то, что ты думаешь, понимаешь? Это не то. То, что там, тебе даже не представить вообще. Ну, конечно. Я же дура из деревни понаехала. Я же никогда не догадаюсь, что ты туда баб понавел. Каких таких? Че ты так банально соображаешь, Галя? Каких баб? Судя по звукам, больших, злых и страшных. Ладно, да. Да, Галя. Там баба, да. Но не простая баба, а снежная баба. Снеговик. Стоп, снежная. Снежный дядька, снежный. Снежный человек, понимаешь? Покажи! Ладно. Тебя за язык-то никто не тянул. Внимание! Мы входим! Прошу. Все выпил, да? Вот не надо было водки мне давать тебе. Мама! Все-таки какие эти йети умные животные оказались? Ну, кто бы мог подумать? Да ладно тебе, хватит орать-то. Это ж Федя. Федя, это моя жена Галя. Познакомься. Ой, ладно. На, пей водочку. Так к водочке пристрастился. Не трогай Галю. Вася, она меня скушает. Да ладно, ты чего? Это ж Федя. Федя, ты... Галю не хочешь? О! Они эти, Мити, Пети, йети, они йети, да. Я читал, они людей не едят. Васенька, он, кажется, смеется. Да не, он просто радуется, наверное, встрече, да? Нет, Васенька, он не радуется, просто он сейчас не голодный. Вот, а потом, когда он проголодается, он нас с тобой, Васенька, скушает. Слышь, Федя, ты чё, действительно можешь нас с супругой, когда мы, значит, ночью в постельке, пожрать нас можешь? Галь, я же его не просто на улице подобрал, как того котенка, помнишь, которого ты в унитаз спустила? Меня управдом попросил, говорит, посидите с ним, посторожите, чтобы не скучал, вот так вот. А ты не мог сначала со мной посоветоваться? Вася, от него надо избавляться, Вася. Точно. Ты молодец, Галя, что ты мне это сказала, а? Всегда застревает. Чик-чик. Ой. Прости. Не могу. Галя, не могу. Он мне как сын стал. На, ты, прострели бошку ему, а. Так. Ой, Вася, я что подумала, что если я тут шмальну, сразу тут мозги по стенкам. Мы недавно ремонт делали, Вася. У меня есть идея получше. Ой, здравствуй, Оля. Оля, посмотри, что стало с моей Галей. Нет ли у тебя крема для депиляции ног? Шутка. Оля,
это Федя. Федя, это тетя Оля. Дай тете Оле лапу, что-нибудь. Оля, у Кеши ведь сегодня день рождения, так? Да. Вот. А в день рождения лучший подарок, это что? Книга. Нет, это в нашем детстве была книга. А сейчас состоятельные люди что дарят? Всяких экзотических животных. Ты ж сама говорила, что Кеша хотел собачку завести. Маленькую эту чихуа, эту хуа. И я хочу. Вот, собачку я не нашел. Да и потом, зачем она нужна? Фу. Вот, а Федя, это охранник в доме. Загадка, не лает, не кусает, а в дом не пускает. Кто это? О, Федя! А если он писаться будет, я могу тебе его обратно отдать? Кеша, ведь у тебя тоже писается. Да. Вот, ты же его сразу на улицу-то не выгоняешь? Нет. Вот, ладно, мне некогда, я пошел. Федя, пас. Федя? Фу. Ах ты, как грузины! Фу ты! Ой, ёлки, ты под плакат с грузином. Чё это ты его сюда повесила-то, а? Да ты что, Эдичка? Это же обезьянка! Кинг-Конг! Посмотри, какой он мужественный, какой красивый! Ни хрена себе, обезьянка! Значит, тебе же живые, настоящие мужчины уже не устраивают тогда, да? Да где же взять-то, Эдичек? Поговорили. Кеш, ты что забыл? С днем рождения! Happy birthday to you! Спасибо, Оля. А что, эта песня и есть весь подарок? Не весь. Входи, там сюрприз. Где? Плохая собака! Это Кеша! Твой хозяин! Ну что значит нет? Ну-ка быстренько дай папе лапку! Откуда ты его взяла? Вася привел! Вместо собачки дал поиграть! А, Вася! Вася привел! А если бы он меня, живого крокодила, вместо тебя привел, я что, с ним должен был спать? Ну я же не виновата, что Федя тебе не понравился. Хотела сделать тебе подарок. А, хорош подарочек. Сейчас я его прихлопну. Не надо! А! Не стреляй! Не надо! Я его сейчас уведу. Федя, уходим отсюда. Пойдем, мальчик мой. Я тебя в дяде Боре отведу. Тихо-тихо-тихо, мальчик. Тихо-тихо-тихо. Приговаривайся к смерти. Игрушечный? Боря, это Федя. Федя, это Боря. Дай лапку. Ай! Очень приятно, Федя. Чувствует, чувствует, что вы добрый человек. Не то, что мой Кеша. Бля, Оль, знаешь, чего я вообще не понимаю? Зачем вы Федю ко мне привели? Я просто подумала, что вам, как известному писателю, ой, интересна жизнь во всех ее проявлениях. Ну, вы пока знакомьтесь, а мне пора Кеше раны зеленочкой мазать. Всего доброго. Федя, ну, Федя, ну, показывай, что умеешь. Федя, фу! Фу, Федя! Хорошим мальчиком водку пить нельзя. Нельзя, Федя, нельзя. Вот, Федя, давай лучше с тобой поиграем, а? Так что вы не волнуйтесь, Валерий Наумович. Отдал я Федьку в надежные руки. Юнатом пытают его сейчас. Шутка. Кеше подарил на день рождения, да. Как это? Как это подарил? Да вы хоть понимаете, это же вам не какая-нибудь там морская свинка, а настоящий снежный человек, ну? Естественно, понимаю. Потом, чтоб вы понимали, этот снежный человек чуть мою Галю не того, не загрыз. И 3 бутылки водки выпил в одно жало. Хотелось бы от вас, извините, конечно, компенсацию получить, да? Вот попросишь так, кого-нибудь, чего-нибудь, а? Федька, ты понимаешь, так нельзя. Я сразу ставлю мат. Хорошо, я все понял. Хорошо, фу. Тогда я, ну, не знаю. Ну, вот так вот. Федор, фу! Фу, Федор! Сейчас же поставь фигуру на место.
Есть хочешь? Есть? А чем тебя кормят, вообще скажи, а? Оля, я не понимаю, куда у меня все время Зина. Деваются иглы, а? Что ж ты Дина? Боря! Боря! Боря, беги! Беги, Борис! Зина! А? Что, Боречка, уже пьете? Зина, не пьете, а ете. Это настоящий съездный человек. На что, похож? Похож, а? Я не понимаю только, кто там внутри, Вася Задов, по запаху судя? Зина, это настоящий снежный человек. Из тайги. Вчера Саян. Какие Саяны, Боря? Федор, фу! Я понимаю, что ты, наконец, похоже, взялся за ум, бросил свои там писюльки. Хороший номер цирковой, вижу, репетируете с шахматами. Но не надо, Борис, в моем доме делать из меня дуру не надо. Кто это? Вася? Фу, фу, Федор, фу! Значит, Федя, это мама Зина, она хорошая. Какая мама Зина? Я даже не тебе мама Зина, Борис. И тем более не этому уроду. Я не рожала таких урод... Значит, Боря, я не хочу, чтобы это существо, кто бы там ни был внутри, было в моем доме. И не надо со мной спорить. Вот так все и произошло. Так а что же вы хотели-то? Это же йети. За ними все, кому не лень, охотятся. Вот они и обозлились. Вы знаете, Валерий Наумович, Кеше надо что-нибудь поспокойнее. Мы все-таки собачку заведем. Поспокойнее? Куда вы возьмите? А? У меня есть один знакомый. Вот такой, и вот такого парень. А вы моего среднего человека пижам отдали, да? Пижам, пижам. Ну, тогда пойду пижам. Ой, какой хорошенький. Я вижу, вы уже подружились. А можно я тебе его иногда навещать буду? Прикипел я к тебе, к нему. Если бы не Зина, я бы из него чемпиона по шахматам сделал бы. Не волнуйтесь, Борис Михайлович. Ему у нас будет очень хорошо, правда? Ну, удачи вам. Счастливо, Федор! Давай. Федя, ну рассказывай, как ты у себя там в тайге жил? Я бы на месте Тани все-таки немножко поостерегся. Все-таки он самец, а она девушка увлекающаяся. Как бы чего не вышло. Федя, не прыгай так на меня. Давай лучше я на тебя сверху. Это Таня, что ж ты так докатилась-то? Эдик, до чего я докатилась? Федя, это кто к нам пришел? Это дядя Эдик к нам пришел. Поздоровайся с дядей. Да, Таня, откуда у него твой лифчик? Федя, ты зачем взял мой лифчик, а? Ну, играйте, играйте. У каждого из нас свой выбор. Догоняй меня! Ку-ку! Эдуард, подождите, сидятся. Федя, у вас... Федя, ну такой большой, лохматый, ну, снежный человек, а? Там он. Стань моей женой. Спасибо, тогда с вашего позволения его заберу. Родственник ваш? Ты приятель, ну такой проказник. Если я через 9 месяцев пойму, что он все-таки напроказил с женой моей, я убью вас. Не волнуйтесь, он же у меня того, пустозвон, ну, кастрированный. Как это? Ну, как вот. Ну, чтобы не пах, угли не метил. Я его как поймал, сразу простите. Так стоит, не волнуйтесь. Сейчас Эдик себя накрутит. Ой, что будет? Так, Таня, выбирай. Либо он, либо я. Я смысла не вижу жить. Эдик, не смей стрелять! Да, Эдик, это же редкий экземпляр.
простят. Нам же эти пенаты... Юнаты! Ну, его не простят же. Ну. А мне по барабану. Все, я стреляю. Нет! Эй, аккуратней. Аккуратней, Эдуард, а то вы можете убить лучшего ведущего страны. О, какие мы здесь все нежные. Спасибо, Валерий Науч, очень нас выручили. Пожалуйста, в любой момент звоните, пожалуйста, помогу всегда. Только скажите, зачем всем это вам нужно-то, а? О, Валерий Науч, а тебе это надо, а? Ты бабки получил, а? Ну, получил, да. Ну и все, чеши, это была программа «Розыгрыш». Шутка, это было самое популярное шоу планеты. Кто хочет жить в пентхаусе? Алик Г. М.С. Класс, да. Ну как вам моя придумка? Мне самому понравилось. Я сам придумал. Хотя в шкуре Йетти, надо заметить, немного жарковато. Все, ребята, голосуйте, решайте, кто из нас лучший. Я, конечно, не в счет. Правда, Кабанова? С вами было самое реальное реалити-шоу «Кто хочет жить в пентхаусе» и любимый ведущий континента I am Алик Гетт.